Тирикни что-нибудь. Ну вот, наша Даша принесла птичку, воробушка. Мы думали, все, помер. Посидела, водички или попила. Посидел. Или посидел, да. Теперь вроде чирикает. Ну, чирикаешь, ну почирикай, еще посиди. Ну, давай еще посадим назад. Ну, посади его назад, водички дай еще. Ой, сопротивляется. Да. Сопротивляется. И лапкой умеешь все ну, делать. Ничего, выживешь так. Выживешь. Ну, хорошо. Ну, смотри, на стенку забрался, чирикает. И вот как ты пойдешь сейчас? Опять кошки тебя схватят. Ну? Свалишься сейчас. Тебя ловить надо. Ну? Может, ты еще летать не умеешь? Может, маленький еще? Маленький еще. Надо ловить его. У нас знаменитый червяк. Ну, убежал. Убежал. Ну, что ты хочешь? Вон даже у тебя тут перышки почисть. Это точно воробей? Да я думаю, что да. Слеток. Еще не имеет. Слеток, да, не умеет еще летать. Не знаю, на ветку сажать будет. Ну, да. вечером, когда будет. Ну, тут опарыши принесли, он не ест. Желток яичный не ест. Червяка красного достал маленького, не ест. Она разговаривает, зовет на помощь, наверное. Да, и птицы тут из квартиры прилетели. А ты вообще, вы хорошо, молодцы, ребята. Сейчас будут птицы кружиться, ты кричишь. Угу. Есть хочу. Ну ладно, посмотрим. Ну ладненько, посмотрим.